Центры поддержки гражданских инициатив впервые появились в стране в конце прошлого года. Сегодня они действуют на базе сторонников «Единой России» практически в каждом регионе. Приморский край – не исключение. Люди могут обратиться в этот центр по любым вопросам, которые их беспокоят. Мы обязательно найдем ответ на любой вопрос. Мы постараемся помочь. Если будет такая возможность, если нет, мы обратимся к тем, кто может реально помочь. Для того, чтобы поддержать и сопроводить социальные, благотворительные и бизнес-инициативы, у «Единой России» есть множество инструментов – консультационных, предпринимательских и юридических. За этой помощью в центр обращаются авторы самых разных проектов. Мы сейчас как раз подаем заявку на президентский грант и планируем оздоровительный проект для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Центр поддержки гражданских инициатив в Приморском крае готов задействовать весь свой экспертный потенциал, чтобы им мог воспользоваться любой общественный лидер или начинающая некоммерческая организация. Владимир Клюшников, Максим Евсеев, «Панорама».